новый мастер-класс, который будет называться «Тропический лес». Музыку можно чуть потише сделать, Вовочка, сделай потише. И мы начинаем с вами 16 октября 2016 года 8-часовый мастер-класс, который будет посвящен экзотическим цветам. Ну, у нас экзотические цветы на Украине – это розы, да? А вот, допустим, если мы попадем на Гаити, да, или куда-нибудь в в какую-то страну Латинской Америки, мы будем натыкаться на цветы, которые имеют асимметричную форму и которые будут очень сложны в рисовании. Но мы постараемся с вами все-таки взять у этой орхидеи то обаяние, которое она вызывает своей архитектурностью. Не пахнет, не пахнет. Наши розы пахнут. Вот давайте, к примеру, возьмем нашу розу, да? И посмотрите, какую розу я взяла. Ты можешь представить? Посмотрите, какая роза, да? Она с детьми пришла к нам, с тремя детками. Ах, хорошая роза.